Я вчера голос сорвал, блядь. Ну тебе путешка. Раздеваться пора, да? Да, я уже раздета. Во! Офигенно, офигенно. Не талантливо. Ну петь учит все, надо так точно. Моргенштерн, вуаля, дела, как дела, это новый Кадиллак. Привет, меня зовут Раиль, это хижина музыканта. Помнишь мой 6-й выпуск чат-рулетки, где я притворялся, что не умею петь, а потом выпивал святой водицы и сразу бахал нормально. Так вот, сейчас пошел тренд на притворяшки, поэтому я посвящаю данный выпуск полностью данной теме. На самом деле мне писал подписчик, типа, попробуй спеть плохо, выпей воды, а потом спой хорошо. Но потом, чуть позже, я нашел данный контент у морячка. У него же есть также образ гитариста-ботаника. Ребята, 15 тысяч лайков, я выпускаю новый выпуск чат-рулетки, поэтому активно кликаем. И в конце видео разыграю мои видеокурсы, которые находятся в описании под видео. Давай я тебе спою, ты потом скажешь, что подтянуть, что нет со стороны. Давай. Не хватает порой вот обратной связи, потому что один живу, вот выхожу в рулетку, поэтому... Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Блин, что-то сегодня вообще не прёт, не знаю. Я петь тоже не умею, так что... Ну, что подтянуть, что скажешь? Надо что-то помягче, помягче. Я не знаю, как это сказать, я не знаю. Просто в музыкалку вообще не ходила. Мне сказали, вот припев надо прям мощно, знаешь, сейчас попробуем. Это небо для тебя, эти звезды для тебя, это солнце светит только для тебя. Ты моя любимая, ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя. А вот тут, вот тут было классно. Спасибо, прям да. Прям ошибись. Бля, классно же, скажи. Так не пойдет, вообще никоим образом. Меня палит, что я в рубашке, надо возвращаться в футболку. А может, как Мацуни пресс начать показывать, да? Прикинь, вчера много пел и голос посадил. Бля, вообще не могу нормально петь. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Ты шо, хуй? Да у нас тут, похоже, какой-то шутник. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Тебе нужно над бокалом немножко поработать. Ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой-ой-ой, батарейка. Я тосковал по тебе минуты. Чё там снимаете? Не, мы не снимаем. Меня. Ты притворился, что не умеешь петь. Ты умеешь петь. Круто. А, ну, не всегда. Куплеты так себе. Ну да, вот сейчас припев был классный. О, геймер. Геймер? С чего бы это я геймер? Ой, какой ты красивый. Ты в фильме в каком-нибудь снимался? Да, знаете, сериал «Кухня». Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Ну, кухня нет, там нет, повара точно, готовят. Точно не слышали. А реальные пацаны, знаешь? Да. Вот там же был мент Базанов. Ты чё, актёр, что ли? Ну серьёзно? Да, я уже похудел после этого чутка. Но в целом... Да нет, это не ты. Да, нет, это чё врёшь? Чат ребятки не будет сидеть актёр. Да? Ему же делать нечего, что ли? Здорово. У тебя чё, гитара без струн, что ли? А? Гитара без струн? Ну, сыграй на бесструнной гитаре. Да, да, бесструнной. Бесстрюнькой? Только что сломал. Сломал? Да. У меня вот такая. Ну,
А, как барабан используешь, да? Да. Ну, попробуй как. О, роза, 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 я закричал. Зачем я, роза, тебя не сорвал? Зачем боялся я жимбов твоих? Теперь больше розы нет. Теперь больше розы нет. Ну, очень хорошо. Спасибо. Молодцы. Тебе. А вообще сложно научиться? Сложно научиться, как ты думаешь, от новичков, вот мне, например? Думаю, нет. Исполнять песни, чего уж там тяжелого. Я просто... У меня есть подруга, которая на гитаре играет. Типа, это возможно научить, то есть новичка? Давай я тебе ссылку скину, пусть она приходит на бесплатный вебинар, который пройдет 18 июня. Ну, в онлайне. Да, ребята, жду каждого из вас на моем двухчасовом онлайн-вебинаре, где... Разберем причины, почему стоит научиться играть и петь на гитаре. Разберем наиболее частые фатальные ошибки гитаристов и певцов. Плюс я дам свою пошаговую методологию, как можно за 6 простых шагов научиться играть и петь под гитару. Попоем песни, пообщаемся. Как вы знаете, редко делаю прямые эфиры, поэтому это тот самый шанс. Ссылочка в описании, регистрируйтесь. Закрытый вебинар будет на Бизоне. Увидимся. О, здравствуйте! Здравствуйте! Я не знаю, это кто поет. Вот. Ну-ка, с этого момента. Что? Он поет. Я видела его видео в ТикТоке. Да? На туре? Спой, пожалуйста. Да. Я смотрю его видео. Ой, как приятно. Это так неожиданно и приятно. Спой, пожалуйста. Эй, посмотри, 2 мульта на мне часы. 3 на шее, 7 под жопой, мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, 2 мульта на мне часы. 3 на шее, 7 под жопой, мне чуть больше 20. Эй, цепь на мне, все плавы, сотка тысяч на бэкалве. Сотни су хотят ко мне, сотни су хотят ко мне. Как дела, как дела, это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги. Вау! Офигенно! Офигенно! Почему это так красиво? Да, ты красиво поешь вообще. Hey guys. How are you? What's your name? Ой, ты играешь на гитаре? Сыграй что-нибудь. Это я... Чего, блядь? Хижина музыканта, что ли? Нет, я его друг. А, или как там, я забыла? Не знаю, что это такое. В смысле хижина? Что за хижина? Что это такое? Короче, ты снимаешь на YouTube, да? Я нет. Мой нет, друг. Нет, ну ладно. Мой друг только снимает. Какой? Раиль его зовут. Ну, Раиль? Он в Инстаграме видео снимает, да. Видели, может, в форме такой военной. Да. Вот. Нет. Короче, знаете песню детства Рауфа? Давай. Да. Вчера вот только разучил, так сейчас. Мы тебя знаем, что ты, блин? Не успел. Ну ладно, ладно, спалили, короче. Вчера только разучил. Чем еще увлекаетесь тогда? Спортом. Да? Гимнастика? Нет, легкая атлетика. Через шесть прыгаете или через козлов? Нет, бегаем. За сколько 100-метровку бегать, или вы не на 100-метровку специализируетесь? 100-метровка. Я не 100-метровка. Я 100-метровку бегаю за 12.67. Оу, четко. Реально. Машина. Вкусная жвачка? Очень. Хуба-буба пропала, да, куда-то? Нет, это она есть. Нет, это чупа-чупс. А где хуба-буба? Розового цвета жвачка, резко сейчас вспомнил, она была раньше, сейчас пропала куда-то. А, все, наверное, изготовитель. Все, она в прошлом. И даже никто не замечает, как потихоньку товары и люди исчезают из этого мира. Ходишь все там. Это как был прикол в ТикТоке, типа, хоп, на фотках встречаешь свою старую футболку и пытаешься вспомнить, а куда она делась, интересно? Такой, вроде носишь, и исчезает потом. Вот у меня так пол гардероба из-за сестры пропадает. Сестра, ну, она вообще закончила университет МВД, полиция. Руки ломает людям? Нет. Сердца парням? Да, с
скорее. Вы тоже уже начали потихоньку? Нет, почему? Нет, вы только убегаете от них, когда они бегут за вами. Конечно. И вы так, не можешь догнать. Это про вас песня, типа, нас не догонят. Нас не догонят. Ты на гитаре играешь? Я вчера голос сорвал, блядь, когда пел, и сейчас плохо пою вообще. Ну конечно, знаем эти приколы все. Да замолчи ты! Я хочу и говорю. Вот смотри, смотри. Холодный ветер с дождем. Данил, ты что, крейзи? Умею. Давай нормально спой. Поешь просто охеренно. Сыграй что-нибудь. Сыграй что-нибудь. Да, ну давай. Я учусь петь. Скажете басту. Заодно. Басту. Вот неделю две пою. Чё-чё-чё? Басту. Басту хочешь? Ну давай. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталантливо. Как сумел. Что-то вообще не то. А давай просто мелодию. Просто, ну, песню как бы просто мелодию. Давай. Давай. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и неталантливо. Но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума. Ты новенький, мой класс она зашла. И сразу понял я, и купидон мне в сердце не стрелою дала пулю. Сказал наши классные детки, знакомьтесь Юлю. Прикольно. Класс. Спасибо. Я тоже хочу на гитаре играть. На, играй. Давай. Вебинар на тему, как научиться красиво. Да. 70! Да ну! 75 тысяч, Нормально, нормально. Как дела? Эй! Как дела, говорю? Нормально. Вы тиктокеры, что ли? Ну, типа. Снимаете, да? А где этот мой бокал полон иксо? А скрывай свое лицо. Я не причем. Давай, давай, станцуйте, че вы? Где этот? Твой бокал полон. Давай, ты пой тогда. Твой бокал полон иксо. А на скрывай свое лицо. А ни при чем, это мой вайб, это твой вайб, это твой вайб. Я ищу тебя давно, пропадаешь все равно. Каждый день ищу мгновенья, я играю в казино. С расческой петь, и тогда получится. А-ля-ля! Да. Я ищу тебя давно. А я, оказывается, еще и не так плохо пою. Тут есть девчонки, которые похуже. Моргенштерн, my love! Ты засунешь в жопу Моргенштерна вот этот трезубец? Да. Ему понравится. Но он любит, наверное, такие игры. Вот ты можешь прям вот сесть, чтобы меня вообще в край не было видно? Могу. Ты попадешь в рай, наверное. Я сама буду там отбирать через несколько лет. Заберешь меня туда за хороший голосок? Бокал полный, кто... Он скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой. Понятно все с вами. Кукуха полетела. Пока мне не исполнилось 17, мне нельзя заводить себе парней. Чего, блядь? Роспись контракта.
Я обязуюсь до 16 лет не иметь парней ни в виде ангелов, ни в виде демонов. И не из людей. Ты что несешь? А в чат рулетки одни греховидные, да? Попадут в ад? 40 дней ты летаешь, а потом идет суд. И взвешиваются все твои грехи. Да, вот сколько грехов. Да что ты, черт побери, такое несешь? Там нельзя больше вроде бы 20 грехов. Если ты за всю жизнь совершил больше, то ты отправляешься вниз. Ты убивал кого-нибудь? Вот типа да, убивал, ограблял, там. Насиловал. К сожалению, да. Что? Насиловал гитару, струны гитары, а убил мышку. Как ты мышь убил? Вот так взял и вот так на и вот так. Я видела его на ютубе! Пожалуйста. О, хитрый мышкат! Чат рулетка! Ребята, как и обещал, сейчас разыграю два моих видеокурса для домашнего обучения по гитаре и вокалу. Ссылочки внизу в описании, вот здесь и под любым видео, в принципе. Копируем видео 8-го выпуска чат-рулетки. Переходим на сайт Uncle Group и рандомным образом определим победителя. Поехали! Первым победителем становится Максим Бондаренко. Опять топ. Не надоело, всем счастья и печенюшек. Обновляем. Выясняем второго победителя. И вторым победителем становится Старый Гоблин. Хотелось бы получить вокальный курс. Всем спасибо за участие. Пишите мне ВКонтакте, я вам вышлю курс. А для тех, кто хочет еще раз принять участие, ребята, не отчаивайтесь, шансов много. Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на Хижину Музыканта. Про колокольчик не забудьте. Всем пока!